Best porn actress. Вот вроде бы. Господи, а надеюсь, они не голые. Вот она вроде бы. Best porn actress. Соответственно. Best porn actress. Попробуем. Давайте максималочку. Нам задонатили очень много. Давайте сразу 128 порно-актрис. Давайте 128. Это будет большой забег на 400 рублей, соответственно. Ну, то есть, донатер заслужил. Донатер заслужил такое добро, да, соответственно. А, ну, кто? У нее лицо милое. У нее... Очевидно. Очевидно, кто? Боже мой. Очевидно. А, не нравится. Ну, лицо интересное берем. Берем. Слишком большие груди у обеих. Обе не нравятся. Рандом просто. Не нравятся обе. А, вот это лучше. Берем вот эту. Берем вот эту. Сильно большая грудь. Второй не люблю большую грудь. Вот эту берем. Лицо более какое-то интересное, правильное. А, эту я знаю. Эту я знаю, как говорится. Эту не знаю, берем эту. Но она хорошая, мне нравится. Берем. Не нравится. Обе не нравятся. Ну, Тина звезда. Тина звезда, как бы берем Тину. Берем вот эту девку. Так, с обеих не знаю, но здесь темненькая больше нравится. Интересней. Темненькая интересней. Берем. Вот, татуировки хорошие, интересные, берем. Берем эту. Такс. Без вариантов вообще. Вот это смешно, не знаю, рандом, обе похожие. О, господи, вот это она натренированная. Мы не против, конечно, темнокожих актрис, но сильно большая грудь, старовато что-то для меня. Я помоложе, что я помоложе люблю. Вот это давайте. Так, с Хани Мэд, да. Обе не нравятся, темненькую. Она, ну, тоже какие-то массивные женщины. Вот это. Короче, чем моложе выглядит, тем лучше, на самом деле. У них это одна и та же актриса, нет? Что это? Просто разные волосы. Девушки, кто вы такие? Та, которая похудее, соответственно. Не нравится. Это вообще какая-то... Блин, она сильнее меня, наверное. Берем Гигапэй. Да. Не знаю, вот. Одетая прекрасная девушка. Рыжие волосы красивые. Соски были видны. Фу, не одобряем. Не одобряем соски. Очень, кстати, красивая девушка. Не знаю, вот девушка вообще очень красивая. Ноги прям шикарные вообще. Вообще богиня. Берем вот эту девушку. Она, может, даже победит. Хотя вряд ли. Обе не нравятся. Берем эту. Нормально. Так, обе не нравятся вроде бы. И в обеих ничего интересного. Так, обе не нравятся. Берем вот эту. Обе не... О, ну, это лучше. Вот это лучше, соответственно. Господи, боже мой. Господи, вот это тоже не нравится. Грудь сильно большая, но берем эту. Татухи интересней. Татухи интересней. Ну, я знаю победительницу. Ева Эльфи, короче. Наша... Обе не нравятся. Вот это лицо какое-то немножко староватое. Такс. Блин, азиатки! Азиатки, я не знаю, какая лучшая из азиаток. Ну, Джина Валентина клевая. Респект Джине Валентине, это классика. Это классика, я считаю. Эмили Грей тоже клевая, классика тоже считаю. Да, вообще, не знаю, вот эту давайте. Такс. Хейли Рейд, Алина Лопес. Алина Лопес не нравится лицо, немножко такое непонятное. Ого, Соло Золо. Блин, ну вот Соло Золо шикарная. Эта девушка тоже ничего, но Соло Золо вообще, по-моему, шикарная. Вообще, вот-вот-вот, респект ей. Прекрасная, прекрасная девушка вообще, невероятная. Не знаю, господи, что это? Господи, какие они странные. Вот, наверное. Елена Кошка. Какие-то они странные тоже все. Ну, здесь хотя бы волосы интересные. Возьмем такие. Так, не знаю. Обе не нравятся.
Я почти никого не знаю, кстати. Что очень странно. Что в некотором роде довольно странно, как бы. А, мы идем уже вроде по второму кругу, да, или нет? Да, да, вроде. Или нет? Нет, доходим до конца. Ну, слушайте, Рейли Рейд, она прям тоже классика, как бы. Мне ее внешка не нравится в целом, но... Но, соответственно, она как бы вот, ну, она топ. Она, как актриса, она крутая, на мой взгляд. Она прям вообще... Ну, не знаю, очевидно, наверное. Да зачем нам Панчин? Стив Буш... Ну, я за Стива Бушами. Охуенный актер. О, господи, вот это клевая. О, господи, она голая, она без трусов, не одобряем. Тори Блэк, Эмма Хикс, обе не нравятся. Зачем нам Панчин? Смотрите, ну зачем нам Панчин, если вот есть такое? Панчина мы тем более уже платно послушали, а за это заплатили, ребят, за это заплатили. Господи, сосок голый, прошу прощения, мы не можем повторить голый сосок, просто не одобряем. Вот какой плохой тест. Обе не нравятся. Чисто интуитивно. Ну, честно скажу, Адриана Рэй, это как бы, ну, она шикарная, как бы, респект ей. Респект ей за все, что она сделала в своей жизни, она... Она, в общем... сделала мое детство. Как вам сказать, да? Ладно, шучу. Обе не нравятся, не знаю, просто. Это пацан, наверное, даже какой-то. Азиатка. Здесь проходит азиатка. Угу. Не знаю, кто это такая, но это прикольная тетка. Нормально. Но она, правда, переигрывает, но она внешне неплохо выглядит. У этой соски мы убираем. Все, что связано с сосками, мы убираем, чтобы не светить лишний раз. Невнятная, в общем, девушка. Обычная, как слишком обычная. Но это интересная просто. Это интересная внешность у нее. Богиня Соло Зола. Она претендует на победу. Не очень люблю рыжих, на самом деле. Если честно, не люблю рыжих. Ну, рыжих я люблю больше, чем блондинок, соответственно. Поэтому рыжая сильно не очень, как бы. Непонятно здесь по фоткам. Мэтт крутой. Мэтт моя любимая порно-актриса. Из этих двух я знаю эту. Поэтому по тем, кого я знаю. Без разницы. Без... Нет, вот это все-таки. Эмили Грей... О, господи. Слушайте, у Эмили Грей плохую фотку подобрали, на мой взгляд. Сейчас, давайте я попробую даже ввести, что за Эмили Грей. Я хочу вспомнить ее работы. Эмили Грей. Дата места рождения. Эмили Грей. Картинки. Так, это та самая Эмили Грей, да, которую я помню из своего прекрасного детства. Ну, в смысле, из-за моего, в общем-то, 20-летия. Эмили Грей, это та самая, или не та, Эмили Грей, так, порно, давайте посмотрим, она или не она? А, да, это она, прекрасная просто девушка, на самом деле, господи, как же она хороша все-таки, да, Эмили Грей, прости, прости, в общем, Рейд, я, в общем, тоже, да, уважаю твою работу, ты молодец, ты сделала очень много для индустрии, как бы, для нашей, да, соответственно. Но Эмили Грей, это прям богиня тоже такая, молодец, она молодец, эту знаю, нет, не знаю, рандомом выбрал. Ну, здесь Ева Эльфи проходит, у нее лицо интересное, на самом деле, но не очень стандартное, здесь довольно стандартная девушка тоже, без разницы, абсолютно без разницы. Давайте так. Татухи. Просто татухи лидируют. Ну, это... эту девушку я помню. Она клевая, кстати. У нее маленькие габариты. Люблю малогабаритных девушек, на самом деле. Поэтому вот сюда. Так. Пусть будет так. Пусть будет так. Блин, вот такое. Я знаю в деле, в общем-то, Джину Валентину, соответственно. Джину Валентину молодец. А вот Лена Андерсон, кто это такая, чем она занимается? Давайте я сейчас тоже прогуглю. Лена Андерсон.
Давайте Лена Андерсон. Давайте посмотрим на картинки. Лена Андерсон. Давайте, вот так вот. Ну, честно говоря, довольно-таки вроде бы обычная. То есть очень удачная фотография подобрана. Золой неко... Я согласен, Золой некому конкурировать. Золо победит, скорее всего. Только Мэдисон, может быть. Мэдисон, может быть, затащит. Ну, такое, знаете, на самом деле, вот у нее здесь очень хорошо фотка подобрана, на самом деле. Лизард, до завтра обязательно встретимся в 21:00. Буду рад. Джина Валентина идет вперед. Ну, наверное. Тина Хот, она молодец. Стив Бушеми здесь побеждает. Ну, прости, кто ты такая, Молли Редвульф? Я тебя не знаю, я не видел тебя в деле. Поэтому не могу сказать, насколько ты хороша. А вот эта богиня, она как бы реально сделала последние десятилетия моей жизни. Не знаю, кто это тоже. Просто рандомно проходит, везет. Не знаю. Кстати, эту девушку я не знаю, я ее не видел вообще, в принципе. Эту видел, но она мне меньше нравится. Просто вот внешне. Такс. Безусловно. Ривз, она проходит дальше. Хороша. Ну, очевидно. Азиатка, очевидно. Берем азиатку здесь. Ну, опять Стив Бушеми, он прям вообще доминирует, на мой взгляд. Не знаю, у этой фигуры лучше, по-моему, прям вот вообще даже... Ну, может, фотка лучше просто. Ну, Валентина, конечно, куда уж тут. Не знаю, что это за девушка, но пусть пойдет с нами. Красивая внешность. Ну, хороша. Пойдем дальше. Пойдем с нами. Неважно. Обеих не видел в деле. Соло-золо. Богиня. Вообще, я не знаю, кто победит Соло-золо. Прям вообще, вот это мой эталон, как бы, я не знаю даже. Я даже сейчас еще посмотрю конкретно материалы. Соло-золо. Соло-золо, давайте. Соло-золо. Господи, какая она красивая все-таки, боже мой. Как же она шикарна, как бы, а? Как же она хороша. В общем, Соло-золо на самом деле, ну, блин. По-моему. Эх, ладно, Соло-золо побеждает, конечно. Но здесь она проходит вперед, я даже не знаю. Я даже не знаю, что делать. Ну, прости, как бы. Вот эта девушка, но слишком полные ляхи. Ну, Мэдисон, конечно, сексуальный. Я бы его отодрал, как говорится. Ну, Еве Эльфи тоже пока везет. Ну, очевидно, Эмили Грей. Хороша. Мой типаж, кстати, просто. Азиатка, очевидно, мой типаж тоже. Хрен знает кто. Это мое детство. Это как бы... Это моя... Это тоже мой типаж. Это тоже мой типаж. Несмотря на то, что блондинка, кстати, тоже мой типаж. Вот тут интересно, что старая школа или новая школа? Русские за Россию голосуем или за, в общем-то, латиносов? Кто побеждает? Кто побеждает, Эльфи или Джина Валентина? Но Джина Валентина, она как бы многофункциональная актриса на самом деле. То есть она на самом деле лучше, чем Ева Эльфи по многим аспектам. Ева Эльфи не снимается в соответствующих жанрах, в которых снималась Джина Валентина, да? Джина Валентина вообще в этом смысле больше профессионал, наверное. У Евы Эльфи очень мало видео пока что. Она как бы, ну, можно сказать, начинающая. Но хотя выглядит она симпатичная девушка, на самом деле, очень. У нее лицо интересное, интересная форма лица. Ну, не то чтобы красивая, но мне нравятся такие лица. То есть чисто по лицу она мне нравится больше, чем Джина Валентина, но следует отдать, наверное, честь ветеранам, как говорится, да, ветеранам данной индустрии. Святослав пишет, что российские актрисы все еще впереди. Вот именно. А вот Джина Валентина, она уже как бы пробилась, добилась и сделала свое, соответственно. А Ева Эльфи, у нее может быть еще все впереди. Она как бы такой вот темная лошадка, да, порно-игр, поэтому, ну, Еву Эльфи, ну, здесь как бы продвигать дальше, наверное, не стоит, ну, потому что Джина Валентина, она ветеран. Она ветеран, она воевала за нас, она воевала для нас, мы смотрели на это, мы как бы
со слезами на глазах наблюдали за ее становлением, а Ева Эльфи, она только начала в начале пути. Джина Валентина побеждает, конечно, здесь. Респект. Блин, ну прости, Мэтт, короче, ты дошел далеко, до 1/8, я бы тебя, конечно, жахнул, как говорится, как следует, во все щели, да, но как бы ты сам понимаешь, да, Мэдисон, ты понимаешь сам, что вот Анджел Смолс, она, ну, как бы, она хороша. Она, во-первых, она тоже многофункциональная актриса, во-вторых, у нее габариты вообще идеальные. Ну, то есть, вот чисто если ей голову отрубить и поставить красивую голову хорошую, это прям, ну, вот, по-моему, мой эталон вообще. Вот. Блин, а как Стив Бушеми прошел отсюда? До 1/8. Как он прошел до 1/8? Я не понимаю. Что он тут делает вообще? Ладно. Смешно. Без вопросов. Тина Хот хороша, но Эмили Грей это прям вот такая вот, знаете, невинная классика. Интересно, на самом деле, если так присмотреться, у этой девушки фигура, наверное, будет более спортивная, такая интересная. Хотя, видите, она именно такая спортсменка, у нее плечи очень хорошие, прямые такие вот, нормальные, накачанные. Пресс у нее хороший, накачанный, но ноги худые довольно-таки. Если так смотреть на Солу Золу, у нее преимущество на самом деле находится выше шеи, в общем-то, условно говоря. У нее очень красивое лицо, на мой взгляд, прям вообще невероятно красивое лицо. Да, вот эта девушка похожа на пловчиху, я серьезно согласен, у нее очень хорошая фигура. Вот прям вот хорошая, спортивная, прям вот вообще отличная фигура. Респект Элли Эйлиш, это еще ирландка плюс ко всему, как я понял. А Соло Золо, как я понимаю, русская. Но Соло Золо, ну, по-моему, вот. У них фигура очень похожа, только у этой фигуры спортивнее. По фигуре, конечно, это побеждает. А бедра у Соло Золо лучше. Да, согласен, бедра лучше. В принципе, ну... Мне больше лицо нравится. Соло Золо, она по лицу, конечно, у нее лицо просто шедевральное. Она худенькая, у нее лицо хорошее, красивое, она высокая вроде бы еще плюс ко всему. Не очень люблю высоких девушек, но... Соло Золо идет с нами до финала, я полагаю. Я вряд ли кто-то победит. О, господи, я не знаю, кто здесь может. Так я против плеч голосовал, получается. Кто же? Эндри Рэй или Эмили Грей? Соло Золо вроде русская, она, короче, с этой тусила. У них видео есть совместное с этой, ну, которая на ютубе тёлки, Эльфи. Не, Эмили Грей просто крутая. Я на самом деле долгое время по Эмили Грей угорал, она классная, как бы. Вообще, в принципе, без вопросов. Вообще, чисто мой типаж, еще и одевается обычно довольно скромно. То есть, у нее образ довольно, знаете, такой серой мышки, что ли, условно говоря, до определенного момента. То есть именно роли Эмили Грей мне нравятся куда больше, как ни странно. С другой стороны, Андреа Рэй, она классная. Ну то есть у нее такие, у нее жесткие сцены есть, прям вот, прям то, что мне, короче, нравится. У нее, короче, она снималась в довольно экстремальных, в общем-то, вещах, интересных. Ну и смотрел я, соответственно, Эндриа Рэй больше, чем Эмили Грей, потому что Эмили Грей видео меньше. Даже не знаю, слушайте, это действительно... Ну, если бы я в жизни выбирал, я не знаю, я бы застрелился. Это Буриданов осел. Мы, короче, попали в ситуацию с Буридановым ослом, и я не знаю, что делать. Я не знаю, куда идти. Эмили Грей, она как бы, ну, очень хорошая, очень красивая девушка. Как бы. Вот даже без макияжа она очень хорошо выглядит. А Андреа Рэй, она, ну, тоже нормальная. Она тоже нормальная, но в каких видео она... Ну, если по лицу выбирать, Эмили Грей побеждает. А если по классике, ну, то есть именно если по мастерству... Если выбирать по мастерству, то Андреа Рэй, конечно. Ну, то есть Андреа Рэй, она прям... Она мастерица на все, в общем, части тела. Эмили Грей, как бы она вроде не снималась в более-менее таких экспериментальных вещах. У нее довольно классический всегда секс, короче. Классический довольно-таки. И в этом смысле она скучнее. Но она красивее.
Святослав пишет: Сола Зола вышку с красным дипломом окончила по филологии, но решила пойти не по специальности, а по призванию. Ну, это действительно, это на самом деле есть специальность всех филологов. Нет, Андреа Рэй она лучше, ну, то есть техничнее, она реально техничнее. Хотя у Милли Грей хорошая растяжка. Я не знаю, ну чисто классике отдаю предпочтение, прошу прощения, друзья, так можно долго думать. Эту азиатку я не знаю, кстати, слили крутых азиаток всех, я не видел ни одной крутой азиатки в списке, мы взяли самый большой список, но я не видел здесь крутых азиаток. Ну то есть только Алина Ли, я не знаю, кто это такая. Кензи Ривз, она довольно, у нее довольно перенасыщенная игра актерская, поэтому я ее, ну, я не знаю, я бы ее солью в следующем раунде, я с точностью думаю, что ее солью, конечно. Но здесь выбор очевиден, я не знаю, что за Алина Ли. Давайте, может, прогуглим Алина Ли, ну, чтобы справедливо было Алина Ли. Я посмотрел, что там она умеет. Ну вот, сразу. Да на самом деле типичная какая-то азиатка. Не, моих любимых азиаток здесь просто не было что-то, кстати, к сожалению. Не, то есть моих любимых азиаток здесь не было, я поэтому разочарован. Киану Ривз, короче, идет с нами. Ну, Смолс мне больше нравится. Бесспорно. Бесспорно. Без проблем. Очень легкий выбор. Ну, прошу прощения, ну, то есть, смотрите, у нее лицо не очень красивое, она блондинка, не нравится. Волосы коротковаты, наверное, слишком коротковаты. Соло Зола, ну, блин, смотрите вот на вот это вот, вот посмотрите на вот это вот, какая красота, в общем, вот здесь вот эта выемка такая, господи. Как фактурно, в общем, как фактурно, как плечи идут, какая фигурки, глазки, какой разрез глаз прекрасный. Нос, как интересно, идет тоже. То есть у нее, ну, нормально. Я даже, ну, по-моему, очевидно. На самом деле, лучше бы была голова. Вот отрезаем голову по плечи и вставляем вот сюда, и получается идеальная девушка для Шадова. Как ни странно. Но Соло Зола идет с нами. Этот финал должен был состояться, да. Новая школа, Соло Зола против Андреа Рэй. Я даже не знаю. Кого бы выбрать? Кто из них лучше, друзья? Я даже не подозреваю себе. Я даже не могу себе представить, кто лучше. Кто молодец? Кто молодец? Кто молодец? Кто лучший? По какому критерию выбирать? По какому критерию брать? Ну что очевидно? Что Андрей Ковал очевидно? Что вам очевидно? Что? Адриа Рэй, она богиня, как бы. Вы не понимаете, насколько она хороша. Вы не понимаете, насколько она профессиональна. Это... Ну, Соло Зола, она, конечно, шикарная. Я согласен, ладно. Согласен. Поддерживаем филологию, соответственно. Соло Зола идет с нами. Ну, давайте посмотрим, как там все распределилось. У нас победила Соло Зола. Кто у нас? Кто? Насколько Шадов банален? Давайте узнаем. Лана Роудс вообще, когда на первом месте. Хрен знает, кто такая. Николь Эристон, хрен знает, кто такая. Хрен знает. Мэтт на седьмом месте. Аня Олсен, не знаю, кто такая. Блин, Рейд вообще здесь, на десятом. Где Соло Зола? Не, Соло Зола богиня, я вообще хуй знает. Ева Эльфи, Стив Бушеми на 19-м. Где Соло Зола? Ну, видите, у меня какой-то вкус странный, что ли. Я вообще не понимаю. То есть, смотри, какие-то уродки там прошли, я хрен пойму. Ребят, вообще безвкусно, как-то неэстетично. Вообще не понимаю. Где Соло Зола? Почему она не на первом месте? Не, серьезно, я не знаю, я не понимаю. Я не понимаю. Вот как вот это вот существо смогло обойти Солу Золу? 63-е место у Солу Золу. Представляете, 63-е место. 63-е. Да как такое может быть-то?
Ребят, как это возможно вообще? Кто осмелился поместить Солу Золу так далеко? Боже мой. Серьезно, довольно странно. Не, подкатывать к порно-актрисам, ребят, это как бы это небезопасно. Ну, то есть, даже если учитывать, что, в принципе, шансы... Блин, Кензи Ривз еще ниже, интересно тоже. Если учитывать, что шансы, в принципе, может быть, даже и не так уж низки, как могло бы быть, соответственно, да, но подкатывать к порно-актрисам, ребят, это, ну, чисто венерологически небезопасно. Я бы на вашем месте зарекся, в общем, чисто зарекся. Чисто эстетически надо к этим девушкам, на мой взгляд, ну, по крайней мере, адекватно относиться к ним чисто с эстетической стороны, условно так скажем. По той причине, что заводить отношения с порно-актрисой, на мой взгляд, это очень небезопасная стратегия жизни, как бы крайне небезопасная. Надо быть очень осторожным. То есть я не то чтобы какой-нибудь там пуританин, знаете, не то чтобы у меня какие-то моральные, в общем-то, пресуппозиции относительно таких девушек. Мне, в принципе, без разницы, кто чем занимается, и я, может быть, даже я совершенно не против таких занятий. Мне кажется, у них венерически все намного лучше, чем кажется. Хрен его знает. То есть, опять же, понимаете, Эльфи та же, но она рассказывает о том, как она, блядь, часто там сексом занимается, не только на работе, получается. Тут много опасностей, короче, я хрен его пойму. Ну, вот такое вот. Так что я хрен его знает. Мне кажется, все равно немного опасно. Я бы испугался. Но Соло Золо, конечно, идеальная, как бы, идеальная девушка, на мой взгляд. Прям вот вообще. Ну ладно, не идеальная. На самом деле много еще других параметров. Если бы я только по внешке выбирал, то Соло Золо. Но есть еще другие критерии, соответственно. Так что она, наверное, не идеальная. Хотя филологиня... Хотя, скорее всего, это и минус. Филологи дебилы обычно. Как бы важно понимать, что филологи обычно дебилы. Ну ладно, Энлео, может быть, вы правы. Но с другой стороны, знаете, тут еще такое бывает, вот. Если ты встречаешься с порно-звездой, ты становишься куколдом. А быть стримером-куколдом, как известно, довольно опасно. Я бы не хотел, чтобы меня называли куколдом, в общем, да. Есть такое, в общем, вот так. Не хотелось бы стать вторым, в общем-то, куколдом в нашем стримерском сообществе, поэтому... Как бы, поэтому не. Не, ну Соло Золо крутая. Все равно, вообще бесспорно, вообще классная. А если со звездой на пенсии, какой звездой? Так, ну ладно, друзья, я не знаю, может у вас еще заказы какие-то есть?